В Павлодарском районе 5 государственных служащих получили строгий выговор, а в городе Аксу 14 привлечены к административной ответственности. Об этом и многом другом говорили на Совете по этике. На очередном заседании Совета по этике планировалось рассмотреть 5 направлений. Однако вопрос о региональном управлении земельными отношениями был снят с повестки дня. После этого представитель по этике Павлодарского района выступил с докладом по принятым мерам в течение года. За 11 месяцев 11 госслужащих получили предупреждение. 5 объявлены выговоры, еще 5 – строгие выговоры. Также с докладом о проведенной работе выступил руководитель аппарата акима города Аксу. Согласно утвержденного графика, личный прием проводится еженедельно по понедельникам. За отчетный период проведено 12 личных приемов, в том числе 5 выездных. Осуществлены выезда во все сельские округа. За истекший период на рассмотрение уполномоченного по этике обращений по вопросам профилактики нарушений законодательства о государственной службе поступило от 2 заявителей. По вопросам обеспечения соблюдения норм служебной этики госслужащих с письменным обращением обратилось 2 заявителя. Всем даны разъяснения. Вместе с тем, в целях недопущения совершения государственными служащими правонарушений и действий, вызывающих негативный общественный резонанс, а также поведение, которое может навредить репутации сотрудника государственных органов, проводится профилактическая работа по неукоснительному соблюдению норм этического кодекса. А 14 государственных служащих были привлечены к административной ответственности. Также были даны рекомендации членам Совета по этике относительно наказания. Всего в штате по городу Аксу и его сельской зоне работают 146 государственных служащих. Евгения Мягченко, Жанасол Серикбол, Ертасакпарат.